Так, всем привет, у нас на очереди Флот, прохождение игры Манхант 2. Тут, чтобы не натворить такой ошибки, как в прошлый раз, надо... Короче, надо... Теперь отберем у него лопату, когда мы его убьем, то есть не лопату, а пилу, и убегаем. Что он нас увидел? Так, теперь он нас не видит. И головы ему надо отрезать третьим комбо. Охренеть, приехали, блин. Он же тип меня не видел. Через текстуру стреляет. Писец какой-то. Как он меня нашел, блин, вообще? Козлина. Так, что-то опять голова не отстрелилась у него. О, отрубили ему башню. И теперь уходим в это здание. С дробачами. Блин, пипец, что-то меня вальнул. Капец. Я так и думал. Ладно, ничего. Где ты? Берем дробыч. Откроем ящик. Ни хрена как всегда нету. Тебе нужна помощь. Так, этих мы завалили. Так, этого тоже завалили. За фака. Прикольно получилось. Найти птиль... Харилку. Было весело. Эх, как назло, всегда нет халилок нигде. Тут
Страшная комната. Может, тут Халк? Собаки, блин. Зачем делать двери, у которых ничего нету? Так же неинтересно. Ясно. Так, мне сейчас попасть в него. Как я их кооперативно завалил, прикольно положилось. Сходил в ящики, был халилк. Когда она надо, ее нет. Понятно. Ёж твою мать, ну дайте вы мне харилку, ё-моё. Мать вашу. Театр какой-то нахер. Жесткие глюки нас показывают на этих местах. Ой, блин, вообще какая-то жуть. Дути, какие-то мечи, кинжалы, флаги. Любовь кого, блин, любовь? А типа кинотеатр. Кресло маньяка. Когда сидишь в этом кресле, у вас появляется клюк маньяка. Зачем мне нужны эти ящики-то? Все равно ничего нет. Че, не понимаю. Каким хп, блин? Ой, жесть. Да, что-то надо с нами жестоко сделать сейчас. Да. Странно это все. На этом я с вами прощаюсь. С вами был Санчес. До встречи.